Корреспонденты информбюро получили результаты лабораторного исследования фиджет-спиннеров. Накануне мы сдали на экспертизу два образца популярной игрушки. Наш корреспондент Александра Ким захотела убедиться, что наши дети не играют вертушками с превышенным содержанием ртути и свинца. К анализу подготовишь? Пробуй. Дальше будем делать, анализировать. Хорошо? Для того, чтобы определить, не превышено ли содержание тяжелых металлов в популярных игрушках фиджет-спиннерах, лаборантам понадобилось 7 часов. Игрушки разломили, залили малярным раствором соляной кислоты и поместили в термостат. В данном случае мы 4 элемента посмотрели, например, из тяжелых металлов. И еще посмотрели ртуть. Здесь цинка, меди вообще обнаружения не было, а свинец обнаружился 30 миллиграмма. При норме 90 миллиграмм. Ртуть обнаружился 2 миллиграмма при норме 60 миллиграмм. Несмотря на то, что в двух образцах спиннеров не обнаружили опасные вещества, утверждать, что все вертушки безопасны, специалисты не берутся. Все зависит от производителей, которых очень много. В некоторых игрушках концентрация вредных веществ порой бывает опасной. Распознать их внешне невозможно. Единственный на сегодняшний день способ приобрести безопасную игрушку – потребовать у продавца сертификат соответствия. Если маркировки чего-то не хватает, то, скорее всего, это действительно кустарное производство. Потому что добросовестный предприниматель, если он провел все необходимые процедуры подтверждения соответствия, то, конечно, он будет отвечать за свой товар. Самый простой способ определить качество игрушки – обратить внимание на запах, окраску и внешний вид. И ни в коем случае не покупать ребенку изделия без маркировки. Александра Ким, Ардак Камал, Виталий Зайнтинов, Информбюро.